19 октября в Белом зале Кухлояровского музея Сланца открылась юбилейная выставка работ художницы Лейли Пуре. На вернисаже, носящем название «В пути», были представлены свежие работы художницы, написанные акварелью. Лейли Пуре исполнилось 80 лет, но, несмотря на столь почтенный возраст, она не перестает работать над своими шедеврами и организовывать выставки. На прошлой неделе большая выставка работ была открыта в галерее РУТ. На ней были представлены картины, написанные художницей в более раннем периоде своего творчества. С открытием выставки Лейли Пуре поздравили художники, в развитии творчества которых сама Лейли сыграла не последнюю роль. Хоть жизнь художницы была связана с искусством, но свои акварели она создавала в свободное от работы время. Теперь есть у меня время, но теперь есть другие причины, которые ограничивают. Я немножко быстрее устаю, зрение уже не то, и разные эти. Уже 10 километров этюдники и доска на спине не ходишь. Теперь можно сделать только вот в мастерской, а большинство работ, ну, недалеко идти. Хотя я много путешествовала в жизни, и на путешествиях тоже фиксировала какие-то. Потом по памяти выставляю. Но только что приехала из Сицилии, из Мальты, и эти работы еще ждут свои очередь в голове. Да, работа ведется, и впереди нас ждут новые выставки. И несмотря на то, что сегодня, по словам художницы, картины покупают в меньших объемах, чем ранее, в силу того, что население беднее, да и само обрамление работ – дело весьма затратное и трудоемкое, она не отчаивается. Уже сейчас, только что открыв выставку, Лейли Пуре думает о новых картинах, новых формах и художественных решениях, которые точно приятно удивят всех пришедших на ее выставки.